Всем доброе утро, друзья. Я тут готовлю себе завтрак. Только что увезла Лизу. У нас сегодня мороз такой, вон, на траве аж иней. Робот наш что-то там буксовал, замерз. Наверное, потом остановился. Больше не ехал, не знаю, что с ним было. Так, готовлю завтрак себе, как уже сказала. У меня здесь кир и творог пастообразный. Сейчас это все смешаю. Добавлю яблоко, семена чия. У меня здесь еще есть коноплинная мука, тоже ложечку чайную добавлю, она очень полезная тут. В ней белка много. Арахисовую пасту добавлю, чайную ложечку и чайную ложечку меда. Такой у меня завтрак будет, он хорошо насыщает, я долго потом от него сытая. Кир надо уже использовать, у меня здесь примерно где-то 200 грамм. Здесь добавила кир. Сейчас еще немного добавлю творога. О, белка опять пробежала. По столу бегает там. Вот так все хорошо перемешаю. Семена чия, конечно, лучше заранее добавить. Так можно с вечера, можно за полчаса до еды. Ну, я так, у меня нету времени, так добавлю чайную ложечку. Мука вот такая. Ну, есть и... У меня просто только дома мука была, а вообще есть такие слегка перемолотые зерна, их тоже можно покупать, в Россмане они продаются. Я добавлю чайную ложечку муки вот так. Дальше арахисовую пасту ложечку. И чайную ложечку меда. Конечно, это никакая не инстаграмная картинка, как они там себе всегда красиво все делают. Сейчас яблоко еще нарежу мелко. Все хорошо перемешаю. И все, завтрак готов. Сейчас еще себе, наверное, кофе сварю или чай сделаю. Буду завтракать. Мне сейчас еще нужно съездить за мясом. Все, друзья, сделала себе чай. Вот такой у меня скромненький завтрак. И сейчас позавтракаю, поеду, наверное, в магазин уже. Время быстро летит. А нет, сначала видео посмотрю. Мне нужно видео проверить. И потом поеду в магазин. Надо обед готовить. На обед хотела картошку в духовке сделать. И, ну, с куриными окорочка. Поэтому поеду куплю мясо. Еще колбасу надо купить такое, знаете, для бутербродов, чтобы детям в школу с утра делать. Это у нас уже все закончилось. Вот, в общем, такие планы. Так, в одном магазине я закупила, взяла вот такую еще свежую картошку мелкую. Хочу сегодня ее прям в кожуре так запечь в духовке. Чеснок взяла, лук красный, капусту, салат хочу сделать. Ну, хлеб нужен был, сыр, такой сыр какой-то с жареным луком. Потом груши, вот такие шпроссен микс взяла для салата. Ну и нарезку, колбасу, красную свеклу. Спаржа зеленая, яблоки, бананы, хлеб, кир, петрушка, пучок и там две пачки творога. Сейчас еще пойду в Альди зайду. Закупилась сейчас в Альди тоже. Купила тут сливки, йогурт, масло. 4 пачки вот такое. Сливы. И запросила. Так, это чеснок у нас. И 2 пачки замороженной клубники взяла. Там у меня куриные крылышки. Здесь фарш свиноговяжий. Свежая клубника, затем цветная капуста. И взяла вот такие органайзеры. Хочу посмотреть, подойдут они у меня в ящике или нет. 4 штуки, 4,99 стоят. Если не подойдут, то я назад сдам.
Я уже вернулась домой, пришла в гардеробную. Сейчас хочу у Лизы в ящике испробовать вот эти органайзеры и посмотреть, ну, подходят они, нет, и убраться сразу в ее ящике, а то она здесь у нас хозяйничает, у нее здесь такой беспорядок. Вот, так что сейчас, пока у меня есть время, займусь этим, а потом пойдем с вами готовить обед. А, тут 4 маленькие. Смотрите, то, что в некоторых там есть вот одна такая полностью целиком, а здесь 4 маленькие. Но эти чересчур, конечно, мелкие. Ну, вот так, для резиночек они неплохие. Сейчас посмотрим. Я купила там еще в темном цвете. И вот такие светлые, но в темном цвете там одна вот такая продолговатая имеется. Сейчас я посмотрю. Потому что вот эта мелочь, она здесь, в принципе, мне не нужна. Вот видите, вот эти в темном цвете, у них вот такой органайзер шел в комплекте. А у этих светлых только вот такие 4 маленьких. Сейчас посмотрю, как я это все тут организую. Ну вот так, наверное, оставлю. Здесь какую-нибудь мелочь положу. Ее бантики, например, резиночки. А эти уберу потом в другое место. Все, сразу другой вид, конечно, здесь еще сюда маечки пойдут, ну и заколочки распределила, здесь у нас резиночки, такие заколочки всякие, бантики ее, там новогодние, сбоку положила ремень, в общем, вот так вот сейчас у нас. Здесь у нас еще курточки от Юли остались. Лизе уже вот, наверное, осенью, ну, на следующий год, скорее всего, будут как раз. Я их достала с чердака, чтобы не забыть. А то, когда на чердаке лежит, потом забудешь, и маленькая станет. Так, я уже пришла на кухню, обмыла крылышки. Сейчас их разрезаю и буду мариновать. Хотела же окорочка сделать, ну, увидела крылышки, думаю, куплю крылышки. Майк любит, как я их мариную, я их обычно с медом и соевым соусом мариную, и ему нравится в этом, в аэрогриле, когда я их жарю. Но сегодня я хочу в духовке пожарить, так как картошку тоже сразу, чтобы все вместе пожарить. Меня Лиза уже 2 дня зовет в бассейн, вот сегодня, наверное, после обеда поедем. Бассейн только 4 открывается. С 4 он, по-моему, до 9. Я ей сегодня обещала, что мы съездим. Юле сегодня некогда, она у нас же еще на танцы ходит. И вот эта хореограф, которая вела у них танцы, она беременная, она уходит. И она их пригласила к себе домой сегодня всех. Фильм посмотреть вечером, пиццу будут есть и фильм смотреть. Так что мы с Лизой, скорее всего, поедем одни. Не знаю, Майк захочет, не захочет с нами ехать. Я вот не знаю, в какой мне лучше, в этой форме запекать или на листе сразу и крылышки, и картошку. Как будет лучше. Вот в этой форме они, по-моему, зажаристее получатся. Так, добавила я сухой чеснок, чайную ложку меда добавляю и соевый соус. И все хорошо, нам это надо перемешать. Солю еще слегка. Чеснока, наверное, чуть-чуть еще добавлю. Картошку промыла, обсушу ее слегка, добавлю розмарин, немного масла и соли, перчика чуть-чуть.
напополам я ее разрежу, наверное, да. Так. Я сейчас здесь готовлю салат. Вчера в Инстаграм увидела один рецептик, она так его хвалила, но, говорит, вся фишка не в самом салате, а в заправке. В заправку, получается, идет пол лимона, 2 зубчика чеснока, пучок такой хороший петрушки, соль и оливковое масло. Сейчас сделаю, попробую. Купила сегодня специально капусту, сейчас ее нужно очень-очень мелко нашинковать. Морковь туда идет, и здесь я уже нарезала огурцы. В общем, буду пробовать этот салат, какой он на вкус. Как она там его расхваливала, этот салат. Попробуем. И кто-то, по-моему, меня про терку спрашивал, купила ли я себе от Бёрнер терку или нет. Я помню, вы мне многие советовали от Бёрнер, но я тогда почитала и посмотрела, что она тоже вот так вот мелко шинкует. А я хотела, чтобы она крупнее шинковала. У меня вот эта вот она от Туповара. Вот, поэтому я себе от Бёрнер до сих пор не купила, так как у меня уже есть вот такая, которая мелко крошит морковь. Так, сейчас я капусту сразу сюда нашинкую. Это у меня тоже от Туповара. Хотела сначала руками нарезать, но руками все равно так. А нет, мне же надо отдельно, мне ее надо потом помять руками. Точно. Другую чашку надо. Все, капусту я нашинковала, теперь буду делать в термомиксе соус. Здесь у меня пучок петрушки, 2 зубчика чеснока и лимон прям вот с кожурой, она так сказала. И добавлю немного оливкового масла. Если соус будет жидкий, ой, густой сильно, тогда можно добавить воды еще. Там по рецепту стоит 50 грамм, но я так много не буду добавлять. Все, закрываем, и все нужно хорошо измельчить. Сейчас воды еще добавлю, сильно густая масса. И еще раз измельчу. Точно, думаю, что-то забыла, соль забыла. Соль нужно добавить. Еще добавлю немного масла. Все, вот такая вот заправочка получилась для салата. Запах. Пахнет лимоном. Буду сейчас пробовать в салате. Видно вам, не видно? Сейчас еще отправлю вот это мясо в духовку. Это у меня уже покупное замаринованное филе, внутреннее филе курицы. Это поставлю сейчас в духовку, пусть немножко постоит, пожарится. И картошка уже с крылышками почти приготовились тоже. Thank you.
собрались в бассейн. Сейчас ждем Майка. Майк поедет с нами. Сходим на чуть-чуть в бассейн, покупаемся. Лиза радостная. Она меня давно просила. Мама, пойдем в бассейн, пойдем в бассейн. Платить не надо, у нас он бесплатный. Пойдем. Майк тоже пойдет с нами. Заходи, Лиза, сюда нам. Туда Майк, там для мальчиков, тут для нас. Открывай. Давай помогу. Ну? Тяжело. Все, покупались. Сейчас волосы посушим и домой поедем. Вот, Лиза, сюда вставай. Сразу просушим. Слышу, у Майка что-то знакомый, какой-то мультик разговаривает. Захожу, он, ну погоди, смотрит. Друзья, был вопросик, как же у нас висят кашпо вот эти вот на террасе. Андрей просто вкрутил туда крючок. Крючок, он цинковый. Вот, я не знаю, видно вам, не видно. Тут у меня все отсвечивает, я не вижу. И просто вот так повесили. А эти горшки, они уже шли, видите, с вот этой цепочкой и с крючком. И также был вопрос по поводу вот эти бодендекеры, которые у меня на бугре. Я их не покупала, это мне моя тетя давала отростки, и они очень быстро разрастаются. И весной, вот когда теплее сейчас станет, они будут цвести белыми цветочками. Как это называется, я вам напишу здесь в видео название этих цветов. Я этот вопросик от подписчицы увидела на ютубе и нажала сразу сердечко, хотела ответить, так и что-то отвлеклась. И когда нажимаешь сердечко, потом эти сообщения сразу исчезают. Вот, и я, конечно же, не знаю, под каким видео она писала это сообщение, вопрос про эти цветы, поэтому сейчас отвечаю в этом видео. Так бы я сразу ответила в комментарии, но потеряла этот комментарий, поэтому отвечаю сейчас. Как уже сказала, название этих бодендекеров будет вот тут вот стоять в описании внизу под видео. Ладно, дорогие друзья, на этом я закончу свое видео. Увидимся с вами уже в следующем видео. Вот, спасибо всем огромное, что были с нами, и до новых встреч. У меня здесь еще есть мука коноплинная, мука конопли. Вот, потом, вот, так что, я видела это сообщение, сейчас я отодвину сердечко, а когда нажимаю, вот, такая каша.